мелкими ремонтными работами, копал землю и устанавливал кондиционеры и делал, прочищал полочки. Когда-то я был небольшим начальником, редактором разных изданий и был знаком с многими другими начальниками и дружил с ними. И однажды я приехал к моему другу, который сейчас на Кипре. Он сидит такой серый-серый. Я говорю, что такой серый? Он говорит, а я сегодня весь день увольнял людей. И я такой сразу, подожди, давай возьмем сейчас музыкальные инструменты, сядем и сделаем штуки. Сегодня весь день увольнял людей, я купался в океане горючих соплей. Я бы тоже хотел больше солнечных дней, но я начальник, и мне видней. Я начальник, и мне видней. Сегодня было 9 встреч, и я совсем уже было потерял речь, но я пойду на еще одну, потому что не надо себя беречь. Большой KPI, у меня в голове одна гибетая, даже в постели свожу баланс, и вы не поверите, мне заебись. Ого, я читаю Excel, даже в постели, даже с тобой. Раньше читал романы, я раньше листал Facebook, а теперь я проверяю вашу почту и трогаю ваших подруг. Я трогаю ваших подруг. Eu!